И каждый год здесь собираемся обязательно с группой, потому как это, ну, в общем-то, неотъемлемая часть нашего трипа, потому как функционально очень место, необходимо для здоровья, для каждого практически. Лестунды медожукоды, дисты мити машербаш харбаты. Я вас всех приветствую вновь, и мих масрабаты. Действительно, место созидания активности формы работ дает максимально качественные показатели именно для структурирования тела. Лихмаса Машарбота. С учетом того, что вы на сегодня Лихмаса Антимешбербата, структуру тела перестроили, Лихмаса Машарбота, источники все в состоянии вот Михмас Антимешкада. Естественно, согласно организации Бишгур Машарбота, работы Эльбруса, Бихмасхана как функционального портала, Бихмашарбата, земля как функциональную перестройку имеет на этих полях, сонастройку новых форм Бихмас Антимешкада. Естественно, процесс переиндексации вся прошла. Лихтонды Мишикада, поэтому информация абсолютно новая, не как в 3D-форме, Бихмас Антимешкада Машарбота. Что дает эта вода для физической основы? Михмашкан. Почему эти цикличные формы воды расположены по всей территории? Бихмас Антимешкада Машарбота. Не только в этом источнике места Бишгур Машарбота, они определены абсолютно по многим формам территории для того, чтобы обеспечить функциональную работу. В первую очередь для территории Бихмас Антимешкада Машарбота, потому что, как вы знаете, вода функционально несет свои формы сонастроек для того, чтобы очищать, структурировать, аккумулировать поля. Бихмас Антимешкада. Естественно, жители, которые здесь проживают, естественным образом Бишгур Машарбота в структурном балансе находится. Лихтонды Мита Машармада. Если говорить о человеческом существовании, Бишгур Машарбота, источники системы сонастройки, Бихмас Антимешкада для физического аватара, создает в первую очередь очищающие формы состояния. То есть выводят токсины, лимашикана, слизи, бижикрумашикона. Кто употребляет сахар? Есть еще такие, которые употребляют молочку в вашей группе. Лидахмит тоже работает, то есть животный белок, михмасахад. Это все слизи, образующие формирование, которые создают грибок и прочие недодавания. То есть михмасахана. Флора нарушена изначально. Лихтундамитахада. Система воды подразумевает за собой Бишгур Машарбота, мало того, что минералы, витамины активной формы работы, Бишгур Машарбота. Также система источника Бихмасахана позволяет в первую очередь очистить ваше структурное состояние поликлетки. Бихмас Антимешкада. Это говорится не только о кишечной полости, Бишгур Машарбота, а желудочно-кишечном тракте. Это вообще, в принципе, поле работы на клеточном уровне. Лихмас Антимешкада. Особенно у кого слизистые страдают, межкрумоды, носоглотка, око, Бихмас Антимешкада Машарбота, кандидозные типы состояний бактерий, грибков, Бихмас Антимешкада Машарбота, вздутие живота и прочие формы, которые не создают правильной флоры. Бихмас Машарбота. Ведь человеческое существо – это целая вселенная. Бихмас Антимешкада Машарбота. Соответственно, чтобы активизировать форму состояния нормы фундаментальной работы, правильную флору завести, Бихмас Машарбота, именно этот источник даст возможность вам активизировать форму работы. Бихмас Антимешкада. Здесь распределены разные источники состояния. Бишгур Машарбота. Они функционально работают согласно своим нормам. Бихмас Антимешкада. Где-то больше Бишгур Машарбота витаминов, минералов, железа, Бихмас Антимешкада Машарбота. Щелочная база по-разному заложена. Поэтому вам необходимо найти свой дом Машарбота Харбота. Функциональный инструмент. Бихмас Антимешкада. По вкусовым качествам определяйте. Поэтому для начала, прежде чем наполнить Бихмас Антимешкада Машарбота, пройдитесь по всем источникам, поймите, где ваша более функциональная форма по вкусовым ресурсам, по усвояемости Бишгур Машарбота. Как только вы проделаете один пару глотков Бишгур Машарбота, организм сразу среагирует на функциональные формы. Бихмас Антимешкада. Кто же определил этот источник состояния Бишгур Машарбота? Ведут 9-й планетарный состав Бихмас Антимешкада Машарбота. И функционал Бихмас Антимешкада. Цивилизации, которые ведут данный источник, Бихмашкар Машарбота. Естественно, сами подробно расскажут вам об этом Бихмас Антимешкада. Я чуть позже их подключу. Лихтундерина, Маса, Антидухтумоне. Там, где вы находитесь, у нашего проводника в руках, это форма работы Бихмас Антимешкада Машарбота. Это самая нейтральная вода, которая позволяет функционально флору Бишгур Машарбота направить на более качественные настройки. Бихмас Антимешкада. Где-то больше, где-то меньше. Формула Бишгур Машарбота позволяет изменить структурную основу. Но если функционально рассмотреть любой источник, Бихмас Антимешкада Машарбота из 10-10 баллов основы, потому что как Бихмасахана клетка функционально работает на очищение и восстановление сразу же. Бихмас Антимешкада, сколько нужно человеческой основе Бишгур Машарбота употреблять Бихмас Антимешкада Машарбота, дабы быть в ресурсе, поменять флору носитель, как у Бихмашкур Машарбота, форму существования основы Бихмас Антимешкада Машарбота. Естественно, в идеале нужно принимать 7 дней, чтобы клеточную мембрану поменять, может Машарбота. Но вы даже разово можете за суточную норму поменять свои функциональные основы Бихмашкан, особенно есть у кого проблемы с кислой среды. Бихмас Антимешкада, Машарбота. Сколько нужно выпивать воды по состоянию основы? Не больше 2 стаканов. Бихмас Антимешкада Машарбота.
межукормошукот. Не больше 2 стаканов, потому как функциональная структура бихмасанти межукормада на клетку сразу влияет. Миф может работать. Дабы не перетрудить эту основу, бихмас работ не перегрузить ее. Бижукурбота 2 стакана на суточную норму. Что может происходить? Михмасахан. Естественно, вся слизистая будет очищаться. Гимышкурмошурбот с хурмошукода. Все функциональные желудочно-кишечный тракт, естественно, будут давать такую же функциональную очищающую работу. Бихмасанти михвот и дебашурукода. Ну, естественно, процесс того, что функциональное очищение от слизи, от токсичности формы дают силы, мощь, энергию, бижукурбот и поточное состояние. Лехтендемиды, машурбошурукода и дихтеина. Каким образом употреблять эту воду? Лихмасанти межукмашрупата. В таком же прохладном виде бихмоши жукрумошрупота. Если вы хотите более функционально поработать, то лучше воду настоять на солнце. Бихмасрумата. Буквально 15-20 минут межукрупота. У кого есть проблемы, например, с желудочно-кишечным трактом в основе бихмашкана, либо дисконезия активная, либо бихтоиду больше рукожукрупота, поджелудочная железа слабой формы работы. Лихмасанти межукрупата. Именно связано с желудочно-кишечным трактом. Бихмосанти медухрупота. Тем доступна бихмасамашкарбашахрупота. А у кого есть негодованные активные формы, до 3 стаканов выводить. Михмашка на суточную норму. Лихмосрамошикон. Вода живая сама по себе, функциональная. Бихмасрамошка, да, естественно, если вы принимаете ее сразу, вы получаете активный результат. Межукурмошурбот. Если вы хотите, чтобы она функционально еще посуществовала некое время, обязательно заложите красную медь в основу. Бихмашкана. Красная медь даст возможность информацию содержать. Межукурбот. То есть держать, аккумулировать, и воде не даст источник истощить свои формы. Ледухтмана, диктунты Миши Жукурботы. Сейчас я предоставлю возможность цивилизации, которая ведет эти формы. Она более подробно расскажет бихмасанти межукурбота о состоянии, почему возникла эта форма бихмашакана, почему форма состояния воды, она специфически бижукурмошурбота, качественная форма основы именно на этой территории. Лидок масса, присоединяю, бижу кромошу рубо работы, гермита масса, антихта масса работы, гурбу термоту кормоту, эзелян, тахтанту, тисада, дребата, сида, дуза коды. Я вас приветствую, жители Гаи, большие, вихмады, это худой дахада, большие качественные души, ихтана, тухтан, цихина, неправильно выразилась, ну, говорить уже как есть. Я бы хотела рассказать о своей водице более подробно. Наши формы источников, которые здесь возникают, они закладывают параметры на качественное состояние людей. Поэтому сюда приезжают исцеляться. И фундаментально выводить клеточную мембрану на более качественное состояние. И каждый из вас это ощутит, естественно, на физической оболочке. Потому как естественный процесс того, что происходит сейчас, через эти источники, в этом формате, помогает избавиться в первую очередь от грибков. Потому как в человеческом организме нехватка минералов, витаминов, либо дисбаланс, не дают возможности быть в качественной физической форме. Поэтому, когда вы вкушаете эту воду, вы обязательно функционально запросите, потому что это сознание, это чистая вода, живая энергия. Очистить свои поля и за один прием даже водицы глотка в основе. Меняется функциональная структура клетки. Она в первую очередь выводит токсичную форму, она как токсичная форма флоры. Не усваивается в этом поле воды. И клетка автоматически выводит все негативные поля. Пить нужно медленно, как будто вы питаетесь. И люхлюхлюхоты, не торопясь, попейте 5 глотков. Затем спустя некое время еще 5. И медленно, постепенно, пару стаканов водите на сутки.
Ледохунцы, дителих, мателих, лемотоходы. Также это обменное поле работает на восстановительные клеточные формы. Лехтелихолихолимойхамасы, битыхана, если, например, у вас нечистая кожа, лидохолитыхана, либо сухая, лидохолихолихолихотыхама и битмадыхана. Протирайте лицо, либо тело свое данным составом, лихолихолимойхамасабад, потому как система дает возможность создать правильный носитель флору, фундаментальную работу клетки, определив состояние сонастройки новой формы вибрации, которую выводит на фундаментальную работу, то есть на уровень актива состояние благодати. Вехалихулюботы, то есть здоровье тела и духа в основе. Прежде чем соприкоснуться с функционалом, обязательно потрогайте руками. Почему руками? Потому что функционал тактильный, он сразу даст вам сонастройку. И потом только вовнутрь запускайте на актив. Вообще форма источника, почему на территории образовалась так, в таком активе, здесь местные жители в основном употребляют животный белок. И дабы поддержать эту структуру людей, которые находятся в этом активе, и данная структура воды вообще проявляется там, где люди активно употребляют животный белок. Данная вода помогает более фундаментально держать качественную работу тела. И поэтому на многих территориях такие источники подобные по структурному созиданию, особенно где мясоеды, где горы, где мужские проявленности более фундаментальные, употребляют данную воду постоянно. Опять же, сложно для населения, цивилизации активно выдали эти параметры, для того, чтобы функционально поддержать человеческую форму, телесную основу, и, соответственно, создать благодатную флору. И все формы, которые связаны с токсинами, с грибковыми формами, с кожными проявленностями, заболеваниями, эта вода активный инструмент для того, чтобы помочь нормализовать актив. Лидахтана, если у вас вопрос ко мне. Фамилия сказала, что именно для глаз какой-то ресурс. Для глаз, потому что питание клетки, особенно у кого есть негодованные состояния, клетка заблокирована, система позволяет клетку восстановить, убрать все кислые среды и, соответственно, саккумулировать энергию на более ресурсное состояние. Это может быть катаракта, какие-то глазные заболевания, кандидозные проявленности, либо слабое зрение. И источники разные по функциональной работе. Более нейтральное состояние именно здесь. Если вы структурно хотите прочистить функционально кишечник, освободиться от гельминтоза. Он более структурный, и сущности не выживают в этом поле. Смешивать можно воду с разными? Конечно. Тут важность в том, чтобы ваш организм принял, поэтому по глотку сначала тактильно на ощупь, а затем во внутренний сегмент. Они разные по форме, естественно, действующие формы. С этого источника хранится до 7 дней. Если вы проволоку заложите сразу в исток, либо через 2 суток он будет функциональный. Последующие источники, они функциональны только сутки.
А если разбавлять простой водой? Олег, мада, да, сполна. Разбавлять простой водой? Олег, Олег, вот эти мада, да, можете разбавлять, и функционально они будут менее активной формы нести, или холихолихоты бители матрами атакады, и не будут настолько структурированы. А из всех источников для глаз, для мембраны глаз, да, для ухода? Или холихоты, здесь, именно здесь. Через приемник. Внутрь или... Или на холихоты бители, вы можете в глаза капать, протирать, активизировать, или холихоты промыть, или это масса дели холихоты уходы. Вода очень быстро заходит в функциональную клеточную работу, или холихоты цида, или холихоты либак, тут уходы, и создаст вам сразу качественные формы. Вообще воды изменилось в четвертом поле? Алитолиха, на в том числе и наш инструмент, который подан вам, били холемоты, били холемоты, холемоты, биты, поменяли свои показатели, да. Можно я спрошу? А для застойной или застарелых, допустим, программ, какой лучше взять источник воды, самый мощный для очищения? Это холемоты, это медликанты, доля холемоты, мина, тот, который прямо. Это перестройка сразу. Интеллектуальная водоле это команда, естественно, функциональная сортинного мочеспускания. Аликонте или холиботы мада, освобождение кишечника и дистолевой боты от мать вида. А сырья переработок. А без проволоки только две сутки. А это детали холивоцитит или мидомат, или холивоцитит, или мацитит, которые в округе воды, они только сутки, а это холивоцитит, когда ты бита, эти 7 суток можете скушать. Можно, если вместо... Она такая тухлая становится, если вот все. Мы уже экспериментировали. А если вместо меди использовать камень с Эльбруса, он будет... Это талия гульзибит, или батет, или батет, или батет, или батет, или батет. Ну, вам лучше функционально не смешивать, чтобы не было сильной очистки. А в глаза капать каким количеством? Алло, вот она бита, она чистит кровь, активно бели холихой массы, активно лимфосистему, бита холихой боты, все слизистые органы, алло, моты, телевай, холихой боты, холихой боты, холихой мада, и в первую очередь это желудочно-кишечный тракт. А в глаза капать каким объемом? А это легона 3-5 капель. На суточную норму? Это мада холихой. Ну что, в один раз на суточную норму, электролихой боты, холихой боты, мида 2-3 раза на день. 7 дней или 21? Да. А скажите, пожалуйста, максимально приближенное купить, можно вообще производить максимально? Но такой воды вы нигде не найдете, как живой здесь активен. Алихолиоте помогает от аллергена, алихолиоте убить алихолиоте, при том может за один раз исключить функциональную форму. Это алихолиоте, это мана, в зависимости от состояния аллергена. А против гельминта какое количество взять можно? Так еще раз. Против гельминта. А если алихолиоте, если алихолиоте убить алимана, стакан выпиваете и гельминты освобождают. А где этот источник? По одному я не могу так, по одному. Нет. Это любая кабинка, она кровоток лимфа здесь. Это из недр идет или из гор спускается? Это любая кабинка или кровоток, гор спускается, из недр поднимается. Это угалик, здесь там функционал и земли, в том числе и работающие мощи силы обретая. Более нейтральная система здесь, мида, более функциональная, она бихада в других. Но вы почувствуете по вкусу, она вообще кому-то вот вообще не пойдет, а кому-то хорошо. И вот это более нейтральное. Это уже рабочий же позы, митомат, антимитат мада. Помним о том, что нужно сначала функционально тактильно настроиться, ближе к промашкоду, иначе органы могут реагировать очень остро. Дима с антимиджа промашкат. Потом прежде чем запускать вам перенсегмент, нужно внешний носитель определить свое состояние.